Привет, рыбки! Вы очень часто задаете мне вопрос, где же я заказываю для себя кукол. Сначала мне было тяжело ответить на этот вопрос, потому что я их не заказывала, а покупала в магазинах у себя в городе или в других странах и городах. И вот буквально в этом году я решила попробовать интернет-заказы. Сегодня я хочу поговорить с вами не о магазине, а о человеке Дарье Кавун. Дарья Кавун — это вебмастер с Украины, с Днепропетровска, которая держит свою группу Persilowak ВКонтакте, и, скорее всего, оттуда она вам знакома. Именно Дарья есть тот человек, который сделал новую прическу Дьюсу. Это делала не я, поэтому не спрашивайте меня, как я это сделала. Это правда делала не я. Когда я искала вебмастера для Дьюса, я хотела найти какого-то проверенного человека, потому что очень волновалась, это все-таки мой любимый единственный Monster High мальчик, уже не единственный. И вот Catwick мне посоветовала Дашу. И раз Дьюс поехал туда, то я решила попробовать свои возможности заказать пару кукол. В первый раз это были Madeline Hatter и Cerise Hood, которых вы пока в видео еще не видели, но очень скоро они там появятся. Во второй раз, когда Дьюсу понадобилась реставрация после жаркой израильской погоды и солнышка, я решила заказать Freaky Fusion, Aviot Rotter и Сирену Фунгу. Я знаю, что вы сейчас очень сильно их любите и все хотите, и вот я решила сделать такую, можно сказать, приятность и добавить их в свое видео. Я вообще не особо питала чувства к куклам Freaky Fusion, не знаю, они как-то меня очень сильно отталкивали, но, во-первых, они безумно интересны для моей коллекции, я бы, если честно, хотела держать их в коробках, но все-таки я распакую их для дела, и очень скоро вы узнаете, для какого именно. Так вот, вернемся к Даше. Почему я заказала у Даши второй раз? Потому что с самого начала, с первого раза, она меня просто жутко удивила. Этот человек не продает кукол сам, он помогает своим знакомым, которых очень много, у которых очень много разных магазинов, поэтому через Дашу достаточно просто найти ту куклу, которая тебя интересует в данный момент. Убил меня тот факт, что когда я попросила в первый раз себе Cerise Hood, у Cerise было несколько выпусков этой самой первой базовой серии. У них немножко разные лица, и не коллекционер не особо может их различить. Мне нужен был определенный, самый первый, который выходил. Что меня убило, Даша нашла несколько кукол, их, наверное, было штук 5, всех сфотографировала и всех отправила мне. И вот с этого момента я узнала, что Даша настолько перфекционистично относится к своей работе, что обязательно спрашивает у всех своих поставщиков и друзей, если есть у них эта кукла, всех их находит, пытается сделать максимально правильную, точную работу и максимально угодить человеку. То же самое случилось при перепрошивке Дьюса. Я дала ей достаточно тяжелую задачу, когда нужно было вытаскивать его змей, прошивать посередине, по бокам ставить флок, укладывать это все. А флок еще нельзя мочить водой, потому что он сразу начинает слазить. И в итоге вот получился такой шикарный мальчик, как по моим эскизам. Это все очень тяжело, и Даша старалась сделать все максимально точно. Действительно, очень сильные у меня впечатления остались после этой девушки, так что насколько сильно мне тяжело уживаться с уаками, да? Я люблю больше все-таки кастомы. И я, по-моему, нашла действительно своего мастера и, наверное, свой магазин на Украине, потому что я не знаю, через кого мне будет так же удобно выискивать и смотреть кукол, которые нужны для моей коллекции. Я вот насколько люблю говорить о магазинах, о плюсах и минусах, минусов просто нет, я не знаю. Единственное, наверное, то, что когда ты пишешь Даше, ты просто не знаешь заранее, есть ли такая кукла, нет ли такой куклы и сколько она будет стоить, потому что Даша не магазин. Так что, Даша, я хочу тебе сказать огромное спасибо. А вам, ребята, я не буду говорить, где лучше заказывать и где стоит заказывать. Это должны вы решить сами для себя, потому что у каждого по-своему зависит свое удобство и какие-то свои предпочтения. Я рада, что наконец-то нашла ответ на ваши вопросы, могу им с вами поделиться. И я, пожалуй, пойду распаковывать эти два замечательных сета.